Полицейские Ноябрьска разыскивают человека, который подозревается в краже. По информации оперативников, 22 апреля мужчина обманул кассира одного из банков Ноябрьска и выманил у него 34 тысячи рублей. На вид разыскиваемому 35-40 лет, плотного телосложения, рост около 175 сантиметров. Всем, кто что-либо знает о случившемся или о том, где может находиться мужчина, просьба сообщать в дежурную часть по телефонам 02 31 80 10.